мы раньше к нему не ездили. Раньше не ездили. Ну. Мозгов не хватило. Мясо не доели? Пили, ну мясо не доели. Глотки не допили. Все, себе отказывали. Ну, конечно, крестьянским постом заразились. Крестьянским? А каким? Постом? Вообще, дебильным постом. Ограничениями заразились. Ограничениями жизни. Ну да. И голливудская улыбка, что нужно всегда улыбаться. Ты всегда прийти вот так, думаю, вот так. Думаю, что себя ограничиваешь, станешь лучше. И стимулятор нужно всегда кушать, чтобы вот так делать. Ну, продолжай. Да ничего, нормально все. Поедем сначала к ним. Все равно там Денчик что-то непонятно там. Пришлет он нам что, не пришлет. В общем, если что, то мы и без него разберемся. В принципе, так. Может, у дяди Сереги камера есть? Камера? Да я не знаю, что у него там есть. У него дома камера. Его дом камера. Вот в такой пустой комнате мы жили. Крестьянская комната. Нет, не крестьянская. Крестьянская. А почему крестьянская? Христианская, сказала. Что христианская? Что Христос тут везде? Нет, потому что пусто. Пусто и ни черта нету. Это кто, протестанты такие? Кто у всех всегда пусто должно быть? Или кто из них, из крестьян, самые такие, кто ограничения не принимает жизнь, в пустой комнате сидят? Ну да. Протестанты. Протестуют все. Ну блин, протестанты. Протестуют против жизни. Да. Протесты у них одни. Никакой искренности. Когда мы доберемся до Владимира, какими мы доберемся, никто не знает. Пишите свои предположения, предчувствования и пожелания. Да, между прочим, ставьте комментарии. Каждый человек... Пишите комментарии. Кто напишет комментарий, получит в ответ другой комментарий. Гарантированно. Улучшающий его жизнь. Ну, по крайней мере, улучшающий его настроение. Начнем с этого. Вот такая прическа у меня сегодня. Анджелина Джольская. Да, а у меня? А у тебя Брэд Питтовская. Голливудские звезды Сасова. Ох, Ленова, а. Как уж так снимать-то можно вообще? Это же извращение. Нет, это нормально. Это извращение. Нельзя так снимать. Ну, ты же снимаешь. Сколько ты уже видео сняла? Как же тогда это? Ну, я снимаю и расстраиваюсь. А что делать? Жизнь пока такая.